Зазвучала волшебная свирель. В Бийске уже в 26-й раз проходит краевой фестиваль детского творчества. В 2020-м из-за пандемии фестиваль не состоялся. В прошлом году его провели с ограничениями. К участию допускались дети лишь от 14 лет. И вот впервые за 3 года городской дворец культуры вновь распахнул свои двери для всех желающих. В этом году, наконец-то, мы полноценно работаем для всех возрастов. Очень этому рады. Этот год ознаменован 85-летием Алтайского края празднованием, поэтому у нас есть такая номинация, лучший номер, посвященный этому событию. Ну и, конечно, мы работаем под флагом Года культурного наследия в России, поэтому номера русской традиционной культуры будут приветствоваться и оцениваться особенно. Традиционно фестиваль проходит по 4 направлениям – художественное чтение, инструментальное исполнительство, вокал и хореография. На протяжении нескольких дней свои таланты будут демонстрировать более 2500 участников из Бийска, Барнаула, Белокурихи, а также районов Алтайского края и Республики Алтай. Как отмечают организаторы, также на сцену выйдут дети с ограниченными возможностями здоровья – слабовидящие. Они наравне соревнуются с остальными участниками. Все выступления оценивают ведущие специалисты нашего региона. Главное, на что обращает внимание жюри – это исполнительское мастерство, композиционное и драматургическое построение номера, сценическая культура, костюмы, а также большую роль играет соответствие репертуара по возрастным категориям. В частности, фестиваль носит методический характер. Тем самым происходит нравственное воспитание как детей, так и педагогов. Добавим, что награждение и большой гала-концерт пройдут 3 апреля. Зрители увидят лучшие номера фестиваля.